Даруадун, вершитель. Твоя доблесть возвращает мне веру в касту тамплиеров. Признаюсь, исчезновение Тассадара изрядно пошатнуло ее. Неужели, Алдарис? Мне казалось, судье следует больше доверять собратьям-тамплиерам. Тассадар? Где ты был? Молчание, судья! Времени мало, а рассказать мне нужно очень многое. Как вам известно, после падения тиранского мира Тарсонис, серги отступили. И хотя Конклав повелел мне возвращаться домой, я был вынужден остаться. Меня привлек мощный псионный сигнал, исходивший из далекого опустошенного мира под названием Чар. И этот зов услышал не я один, ибо там, на Чаре, я встретил тех, кто когда-то был нам братьями, темных тамплиеров. Ты связался с падшими? Это же ересь! Довольно! Внемли мне, вершитель, ибо я многое узнал от Зератула, прелата темных тамплиеров. Сверхразум управляет зергами через своих слуг, церебралов. Если уничтожить одного из них, его стая окажется в смятении и падет. Возможно, Тассадар прав, вершитель. Если ты сможешь отвлечь внимание зергов, мой отряд прорвет их оборону и уничтожит это чудовище. Я хотел бы тебе верить, Тассадар, но вижу, что ересь падших уже очернила твой разум. Немедленно возвращайся на Айур. Судьба Айура для меня превыше вердиктов Конклава. Я вернусь, когда придет время. Так, ну, оптично, это... Ничего. Так. Недостаточно минерал. Да-да, мы подойдемся. На связи. Достаточно минералов. Куда? Чё ты творишь, Ирды. Ладно, тут надо пушки ставить туда. Thank you.
сомневаемся. Какая там буква-то? Где? Ну ладно, отличный бейт. Пусти. Жизнь за Айю. Я могу быть полезен. Нет, давайте какую-то пушку поставим. Вот сюда. Достаточно минералов за Айру. Вот сюда. Ожидание команды. Улучшение завершено. Жизнь за Айру. Хорошо. Больше не уходи. Щелкните по кнопке «Подарить штаб», чтобы увидеть щелки, или используйте способность «Подарить штаб» выбрать ее область. А, это область. Прикольно. Я тебе нужен. Да. Я вернулся. Я тебе нужен. Ну что с этим все будет просто странно тебе.
прикольно, у них даже звуки различаются. Ожидание команды. Выбираешь. Лишь за Атул. Во славу Атула. На связи. Я могу быть полезен. Я жду указаний. Пойдем, что-то посмотрим. Локхтай. Во имя возмездия. Выступаю. Во имя возмездия. Подтверждаю. Во имя возмездия. Подтверждаю. Выступаю. Жизнь за Айю. Во имя возмездия. Чего? Топ. О, все нормально. Так, ну теперь мы знаем, что кто-то есть все-таки. Чего вы так далеко прибыли-то? Ну, а скоробей, я помню этих любовых тварей. Так, нам нужны пилончики. Они еще так прикольно перемещаются вот этой штукой, которая тянется по конструкции. Ну, сотенька. Вершитель. Так, вот феникс. Ну, давайте, сколько мы там, по 15, да. Битва за жажду битвы. Чего ты хочешь? Как пожелаешь. За Аюр. Незамедлительно. Вершитель. Что там? Я жажду битвы. Я служу Хасу. Я тебе нужен. Я жажду битвы. Не надо стрелять, пожалуйста. А, да, там они вроде не действуют на тех, у кого есть щиты. Я жажду битвы. Я вернулся. Да.
немедленно. За Айур. Атака 2. Незамедлительно. Че себя они все-таки уничтожили? Ух, уничтожили. Атака 2. Мои войска вступили в бой. Я тебе нужен. До указания. До указания. На связи Зок Каладас и Сату. Я служу Хазу. Какой же ты тупой. Ну ладно, перетерпим. Герасос, во имя возмездия, подтверждаю. Подтверждаю. Я жажду битвы. Упс. За Айур. Как пожелаешь. А, лол. Нет, у меня топографический кретинизм. Привет, братцы! Чё, как? Жду указаний. Принимаю. Вершитель. Я жажду битвы. Брат, ты такой смелый, да? А, вот он, кстати. Я думал, там целая база. А тут вот такой церебральчик. Твои войска все перепутали.
Жду указаний. Аля, ну куда ты стреляешь? А-а-а! Куда ты пополз? Чего ты хочешь? Я останусь здесь и буду наблюдать за зергами. Возвращайся в цитадель. Я сообщу, когда стая придет в смятение. Ок.